Агрофирма «Седак» представляет перец сладкий «Звезда Востока Красная». Это среднеспелый высокоурожайный гибрид. Плодоносит он начинает на 110-115 день и дает плоды массой от 200 до 260 грамм. С толщиной стенки от 8 до 10 миллиметров. Очень сочного вкуса. Урожайность от 7,5 до 8 килограмм на квадратный метр. Гибрид устойчив к комплексу болезней, обладает высокими вкусовыми, технологическими и товарными качествами. Отлично транспортируется и хранится. Номер партии 1166, количество семян 0,1 грамма. Четыре сотых грамма показывают весы, но, видимо, немного сбились по количеству, похоже на 0,1 грамма.